Понимаете, когда вот так ты approach делаешь, ты ко всему подходишь как ученый. Вот смотрите, разница, почему молодые люди делают как? Вот для того, чтобы достичь цели, нужно сделать 10 попыток, да? Из них одна только будет удачная. Они загораются, делают одну попытку, не получилось, вторая попытка не получилась, третья попытка не получилась, четвертая не получилась, пятая. И думают, да ну нафиг, я, наверное, неудачник. Как дело поступает ученый? Он знает успех в среднем 10 попыток. Он раз ошибка, опа, у меня осталось 9 попыток. Еще больше, еще больше. На 8-й попытке он как гончая собака, которая почувствовала запах дичи, он понимает, успех близок, и он удваивает усилия вместо того, чтобы разочароваться. А по закону Паретто последние 20% пути, 20% усилий приносят 80% результата.